Ваше имя за сатыгу. Спасибо, усатый сутенер на мопеде, за 1000 за трек. И Морис Грег, спасибо за косарик. Спасибо за приятные слова и всего тебе также самого наилучшего, братиш. Спасибо. Только кто-то из вас клип не поставил. Я вижу только один клип, это вот и помер дед Максим. А больше клипов нету, хотя заехало 2000. Одна от усатого сутенера, другая от Морис Грега. Походу, Морис Грег, ты без клипа. Ну, видимо, не шаришь, как это делать. Так как ты первый раз мне донатишь так-то, еще и такую сумму. Мне кажется, ты просто не на опыте. Битва начинается. Ну, давайте, сейчас дед Макс... Помер дед Максим. Да и хуй остался. Ну что, погнали, ребят. Всем еще раз добрый вечер. Вторая каточка. Поехали. Хуй уперся в потолок. Он здоровенный был мужик. Он нахуй увертел шашлык. Хуем грядки он копал. Хуем грядки поливал. А соседку тетю Зину он ебал через корзину, а соседа дядю Гришу хуем кинул через крышу. А в гражданскую войну... Это кто? Чат делаем бег-бег. Пусть умрет нахуй. Чат делаем бег-бег. 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 На наших пронесли. А за ними немцы вспять стали нахуй наступать. Дед за лупой колыхнул, немцы в реку окунул. А почему кунка с Орбов Веномом? Это как вообще? По голове после боя генерал ему за лупу целовал. Едет поезд на войну. Здравствуйте. Здорово. Бочаров Олег. Ваши анализы дали положительный результат на наличие гачи-вируса. И теперь медицина признала вас факинг слейв. К вам уже выехала бригада Дунгион мастеров с фингерами. Виви. Спасибо за донат. Найс, история, блять. Спасибо. Спасибо также за трек. О, черт, аж спинка зачесалась. Чья-то рожа. Конечно. Как ты? Да трипер усатый. Да сам ты, блять, трипер усатый. Спасибо за сатыгу, все нормально, вроде бы. Я тут чеф сложный, ник пойму, только алды сверхразумы. Задонатил бы 1к, но сегодня открыл вклад, так что без бабок. 10к порядочности. Просто не понимаю уже, как играть в эту игру. Да, хожу на все короли. Сейчас два раза вздох на линии с сапом. Я продолжил играть, а сап заблочил вардами, ну, все лесы и фит помит. Бывает такой, ты так жалуешься, как будто ты думаешь, что ты один такой. Братик, я когда до 6К сова палак, я 19 игр или 17 игр Ставлю подряд проебал. Косарь, что у тебя пупок с 5700 грязный, до... с 5700 а до 5300, понимаешь? С твоими дредами мохнатыми. Спасибо за донат. Ха-ха, блядь, школьница, сука. Вот. То есть с 5700 до 5300 за 2 стрима проебал 17 игр подряд. И чё? Ну бывает, блядь. Ты не один такой. Таких ребят много, поверь мне. Сейчас устроим бучу. Сейчас я ему устрою бучу, наверное. Что такое, блядь? А вот и буча.
Можно, кстати, хасту взять и быстренько сгонять на базу. Просто на скоростях. Смотрите. Блять, это пчела получилась какая-то. Ну ладно. Чисто ладно. Все равно у меня ник. Я вжж, блять. Едем домой. Едем домой. Фейзы мы взяли. И давай фласку возьмем. На самом деле просто понравилось донатить. Был в Реданле, так сказать. А сейчас попробовал и прям зашло. Удачных каток. Сейчас и я... хороших буч. Я немножечко не понял, где ты был? Где-то ты был, и тебе что-то очень понравилось. Насколько я понял. Был в Ридон... А, я понял. Ты у нас... Ага, from England. Спасибо огромное за донат и спасибо за подгончик. И за приятные слова, так-то да. Вертильп нет, но Кумана не пустили на мажор. Куман придумал и распространил вирус, так что если они не извинятся, это все продолжится. Стрей наконец-то побрился. Спасибо за донат. Та-та-та-ра-там. Ребят, еще раз всем добрый вечер. Рад, что вы подтягиваетесь потихонечку. У нас уже, кстати, 9 вечера. И мы только начали играть. Это вторая катка. И будет еще много каток. Понял, не? Вот так вот, давай мне по спинке. Ну все. Ты зря дынаешь, я сейчас ебало разобью. По... получил по ебалу. Давайте уточним у него, как у него обстоят дела. Блять, у него кораблик появился. У него кораблик появился. Дружочек. А это кто такой? А это коза. Ебать, меня пришла. Бля, меня сейчас сикер будет видеть. А что если сюда инча пойдет? Шмотку дай. Не дают. Так, вангвард мне вообще нужен? Не нужен. Да не, не нужен, наверное, вангвард мне. Я, короче, и так побью крипов, хочу шмотку какую-нибудь. Вот это, кстати, пойдет. И ману дает, и скорость передвижения дает. То, что как бы не помешает. Кстати, прикольный первый скилл, блин, кулдаун 1.5 секунды. То есть, если еще взять талант плюс 6 к максимуму эффектов, это минус 2.9 брони, это 11, сколько, 8, подожди, сколько эффектов? 10 эффектов будет, минус 29 брони, ебутся коты. Это крепко, кстати. Я понимаю, парни с лустриком. Но я больше печалюсь, когда ко мне на рейд приходит смурф на инвокере, ускорили еще чем, выносят меня с мида вперед ногами, а командочка начинает ныть, что мидируй бок, хотя сами тоже нафидели боковые лайны. Ненавижу смурфов, согласен, понимаю тебя, брат. Особенно, когда еще смурф на мипа или бруде на ластпик приходит и начинает выебываться. Спасибо за донат. Спасибо, кстати, за музыку, ребят, да. Тоже отдельное за это. Ненавижу смурфов. Чья-то морда? Чья-то рожа просит ускорения. Ну, надо бучу устраивать. А где? Ну, типа, на низ клокверку идти вообще неохота.
Зачем вы донатите этому додику? Он же просто скоморох, клоун для публики. А вы пихаете ему доллары в трусы, пусть развлекает вас бесплатно, ему и так Twitch платит. Деньги на ветер. Ей-богу, лучше идите своей мамке денег дайте, раздевать некуда. А что такое, блядь? Нахуй. Та самый можешь динахуй. Можешь полизать в мою жопу та и попросить ногу. Еще. Соси ногу. Что-то у донатера жопа горит. Чувствуете этот запах? Зачем вы донатите этому додику? Он же просто скоморок, клоун для публики. А вы пихаете ему доллары в трусы, пусть развлекает чем вас это бесплатно. Тут воняет? Ему и так Twitch платит. Деньги на ветер. Ей-богу, лучше идите своей мамке денег дайте, раздевать лучше некуда. Твоей. Стрейди нахуй. Можешь полизать мою жопу и попросить еще. Спасибо. Может еще один? Я тоже это все делаю на рейте. Но я расстраиваюсь не из-за рита, а из-за несправедливости. Почему эти парни за меня сосут, а против меня ебашат шо пиздец? Так, просто типа, пропадает желание всех, играть. Алло. За меня чуваки из двух смертей руинить идут. Опять а против же, сам 0.10 покупает внимание, лишь на 4к денег. Обрати внимание, ты говоришь у меня, почему они за меня, почему не против меня. Братан, таких как ты очень много. И типа... У каждого такое бывает, что за тебя чувак играет 0.10, против тебя чувак играет гений доты, он там все доджит и так далее. То есть, типа, ты не один такой, братик. То есть, ты думаешь, ни у кого так больше нету, да это дота. Знаешь, всякие бывают факторы, но чувак, может быть, не выспался, блять, я не знаю. Сел поиграть игру, игра с тобой в команде была первой, да, за день. Он поиграл игру, у него не пошло, он проснулся, во второй игре он расчехлился, начал ебашить, понимаешь? Ты же не знаешь, как оно бывает. Как оно может быть. Поэтому... Эй, да что происходит? Вы заебали, сколько вас тут? Дайте в ебу уже, слышишь ты? Да алло, блядь. Заебали. А, так я всех убил. Я всех убил, оказывается. Они что-то начали разбегаться там. Заебали. Блять, Океан Херс мне нужен или нет? Вообще нет. Здорово. Здорово. Давай сегодня выпустим злую рыбу с вилкой. Вчера я решил немного поиграть. В итоге проебал 2 игры подряд против Минера. И обе на час. Бывает. Лучше бы спать пошел. И вопрос, какое не сильно дорогое и качественное бухло посоветуешь? Блять. Сам больше не пью, но хочу другу на днюху подгон осуществить. Блин, я не знаю. Просто тут же многое зависит от того, какое бухло друг пьет. И вообще самая классика, что всегда, всегда зайдет любой подарок, ну типа, блядь, любой, любому человеку зайдет, блядь, бутылка Джек Дэниелса, нахуй. Неважно в каком объеме, 0,5-0,7 литров, заебись подарок, я считаю. Вот, если пьет виски. А так я не знаю, типа, ну... Я просто не алкоголик, поэтому привет, я не могу советовать Олег. Тут. Сорян, что 2 стрима не донатил. Надеюсь, не забыл точку. У меня вроде все нормально. Ло. Настроение немного лучше, чем пару дней назад. Стараюсь, в общем, точка, работаю. Сижу дома. На улицу только в магазин, точка, ты побрился, я ты смотрю, зачем запятая, пишешь? Точка, как дело? Ты зачем так передай пишешь, сейчас донатер сгорит. В смысле, ты извиняешься, что ты мне 2 дня не донатил? 2 стрима или 3 стрима? Сейчас донатер, блядь, вены себе порежет, нахуй. Услышит. Здравствуй. Ты можешь, блядь, Олег, такое не писать? Снимай штаны. Засуну сотку тебе в трусы, как писал тут донатер. Да не надо. Всем хорошего не надо, настроения. Нет. Не нужно. Спасибо за донат. Не нужно. Не нужно никуда мне ничего засовывать. Спасибо за донат. Блять, короче, я позже перечитаю донаты, что-то вы тут задушили меня. Тут 3 сотки от ебла на барабана. Спасибо за
Донат насчет рыбы с вилкой не обещаю, а по поводу подарка. Подарка другу бухло. Я просто не знаю, какой он типа виски, потому что не все пьют. И многие не понимают этот напиток. Кто-то пьет джин, кто-то пьет еще что-то, кто-то просто пиванде полохуярит. Типа, тут на вкус и цвет, поэтому я не могу советовать, я ж не знаю, мальчик, что там. Мальчик, если тебе становится некомфортно, не проси его извлечь пенис. Пусть он просто сделает паузу и прекратит фрикции, чтобы избежать неприятного момента введения самой широкой части пениса, головки. Привет, Стрей. Здорово. Какой ты красавчик сегодня, с днем рождения. Спасибо, КС, братишка. Да, точка, у нас в Москве карантин. Знаю. Скукота жуткая. Твой стрим и пару плюх улучшает положение, выгуляя рядового рутге по возможности. Донат КСТА заряжен на вамбрейс, точка, имей в виду, точка, обнял, подбросил. Ну давай, посмотрим. Что по вамбрейсу будет? Олег, смотрел сериал «Слуга народа» с Зеленским? Нет. У меня наконец-то руки дошли. Сериал шикарный, советую. Спасибо за донат. Не, я не смотрел этот сериал. Я уже года три не Пихаю смотрю сериалы. В трусы мамки того донатера, который против донатов. Хорошего стрима, Лежа. Спасибо огромное за донат. Ну не надо, нельзя, я ж пошутил насчет мамки. Не надо донатера обижать того. Ему и так хуёво, он очень сильно горит, поэтому не надо его поджигать еще сильнее. Пускай молодой успокоится. И все будет четенько. Блять, я не хочу, если честно, делать Шиву в этой игре. Я сделаю лучше Кирасу. Спасибо, кстати, за 1000 только что. 1000 заехала от Черного Храмовника. Спасибо за косарик. Не, не смотрел. Я уже года три не смотрю сериалы. Единственное, не, есть два сериала, которые я посмотрел за последние 3 года. Это этот Мандалорец и Ведьмак. А нет, 3. Вам Чернобыль всем еще. Пиздец. Спасибо огромное за донат. Спасибо Call Me Lucifer за 100 рубасов. Спасибо за приятные слова. Спасибо за поддержку, братик. И спасибо также за 100 рублей, Бой. И Сларкич, спасибо также за 100 рублей, за поздравления. Ну, сейчас везде карантин, поэтому... О, Вамбрейс, кстати. Донат действительно был заряжен на Вамбрейс, только он выпал не мне, а моему тиммейту. Это вообще все моим тиммейтам выпадает. Там уже... О, Вамбрейс возьму. Ну, Вамбрейс получше, чем эта хрень. Так, и Луганчан, спасибо, 2 стрима, не донатил, говорит. Не, не забыл тебя, братиш, спасибо за соточку. Рад, что у тебя все хорошо, ребят. И вообще, рад, что вы пришли на трансляцию сегодня. Хоть вчера ее и не было, вчера все пошло не по плану. Хотел подрубить, но меня мой интернет не пустил. Но, слава богу, сегодня уже получше. Хотя все равно подлагивает. Ну, у меня, у вас не лагает, лагает у меня, когда я Twitch запускаю. Здравствуй, Олег. Да, здорово. Как твой настрой? Порядок. У тебя хоть Бомба. Когда-нибудь есть такое паршивое настроение, что аж не хочется просыпаться в этот день? Всегда на позитиве живешь? Сыграй Нет, на такого шторм, у меня не бывает. Если хочешь, или на Эмбере, давно на нем не играл. В общем, удачи тебе. И, конечно, с днем рождения. Спасибо Стрим. Огромное, спасибо за поздравления, спасибо за сатышку. На шторме вряд ли я играть буду здесь. Ну, это... Не-не-не, тут слишком высокий рейд для шторма, тут могут ебало разбить. Вот, поэтому я его тут выпускать не буду. Просто мы сегодня на 7150 зашли. И здесь как бы на шторме не очень будет. Вот. А по поводу настроения, нет, такое как... Так как ты написал, у меня такого не бывает. У меня бывает такое настроение, что мне впадлу базарить, и я стрим не подрубаю. Ну, типа, я такой просыпаюсь, и мне что-то вообще, типа, не хочется даже разговаривать, не хочется даже за комп садиться, и я весь день могу пролежать, просмотреть какие-нибудь видосы, фильмы, там, фильм посмотреть. Но это бывает крайне редко, но бывает такое. В основном это, кстати, зачастую бывает, когда я не высплюсь.
когда я лягу спать в 11 утра. Ладно, мамку, не буду его трогать. Но сейчас, ту сотку сам достань оттуда. Не, не буду доставать с трусов его мамки сотку. Пусть он достанет. Пусть он сам достает сотку с трусов своей мамки. Вот, спасибо за сатыгу, Call Me Lucifer. И спасибо также за сотку препод. То есть бывает очень редко такое, когда вот когда ложишься спать где-то в 11 утра. У меня такое часто бывает, что я в 11 утра засыпаю, до 11 утра просто не могу уснуть. Засыпаю в 11 утра и потом просыпаюсь в 7 вечера. И типа, как бы вроде бы стрим обещал, а просыпаюсь, у меня такое состояние, ну сами понимаете, когда весь день вот это проспишь, такое состояние, что мне вообще, блядь, не хочется разговаривать. И я просто тогда не стримлю. Вот, но редко такое бывает, но бывает. То есть, а так, что типа, вот как ты написал, у меня минус морали никакой от этого нету. Скорее, у меня просто какая-то не то, что лень. Я не знаю, как это объяснить. Ну, когда тебе не хочется разговаривать, это лень или нет? Просто тебе хочется молча, сука, день провести. Просто хочется, сука, смотреть в экранчик и молчать, ебать. Ну, не знаю, не, ленью это, наверное, нельзя назвать. Это какая-то другая хуйня. Апатия, да нет, не апатия. Ну, типа, нет, нет, вы не поняли. То есть, типа, нет, я могу сесть за комп, поиграть там в циву, во что-то. Мне просто не хочется разговаривать, блядь. Я не знаю, как это объяснить, блядь, но... Ну, как-то так. Короче, вы поняли, что это. Нет, это не усталость тоже. Короче, я хуй знает, это синдром долбоеба стримера, наверное, какой-то. Болезнь стримерская. Стрей. Самодана откидает. Да. Негатив он угоняет. Байтит молодых. Они его ласкают. Добрые слова за сотку присылают. С днем рождения мне поздравляют. Мне казалось, что сотка счастью это... Счастью и удачи все желают. Мне как бы казалось, что сотка с приятными словами это самодонат, не? Как-то у тебя странно все работает. Да ладно. Ты посмотрел, Манда? Ждешь да. Второй сезон? Не все почему-то типа, рады, что Розария Доусон сыграет Асоку. Но мне она что-то не нравится после Сорвиголовы. Асока мой любимый персонаж. Не знаю, про какую суку ты говоришь. Я понятия не имею, кто это, но... Я типа... Не знаю, жду, не жду, мне все равно. Ну типа сериал прикольный, ждать я не жду. Я услышал странный выйдет, звук. Посмотрю. Во время секса из ануса может громко выходить воздух. Но это не пердешь. Это воздух, который проникает в анус во время толкающих движений пениса и который снова выходит, когда фалоимитатор или пенис вытаскивает из попы, или когда активный партнер расслабляется. Твое здоровье, донатер. Выздоравливай, блядь. И не занимайся самолечением. Привет, усатоголовый. Нахуя ты бухал перед стримом? Мы счет взял, что Шакала, Мантура, Спермал, атакуй, Кашл, Бобский, Бибаретта. С днем рождения. Спасибо, ребят, огромное за поздравление. Я не бух счет взял, что я бухал. И зачем бухать перед стримом? Спасибо за донат. Вот именно, зачем? На тебе соплей, блядь. Блядь, ты заебал убегать. Я уже тебе соплей сколько дал. Спасибо за донаты. Вот, и спасибо самодонатеру за самодонат. Вот, я раньше думал, что приятные сообщения это самодонаты, а типа неприятные это наоборот, типа хейтеры. Ну, типа, это настоящие, не? Это так, Хромовник, спасибо за сатыгу. Да, смотрел, ну я как раз его смотрел. Я смотрел Мандалорца, когда я болел. Я месяца 4 назад. Короче, это знаешь, когда я его посмотрел? Сейчас я тебе скажу даже. Блять, не помню. Короче, либо я его... Просто когда он вышел? Я не помню, когда он вышел. Я не могу сказать точно. Короче, я помню после International, когда я прилетел домой с Шанхая. Я неделю болел. Там акклиматизация, хуетизация. И, по-моему, вот я точно помню, что я его смотрел, когда болел. Так как мне нехуй было делать, стримить я не мог, потому что у меня... Ну, как бы у меня горло болело, у меня голос охрип. Вот, и типа я не мог, короче, стримить.
но мне был, но не было настолько хуёво, чтобы я просто лежал, типа, и спал целый день. И я решил чем-то заняться, короче, я смотрел весь, ну, короче, я его, я Мандалорца посмотрел за два вечера, по сути, или за одну ночь, я не помню, короче, потому что я днем то спал, то не спал, ну, и так вот, типа, я его, короче, посмотрел за два захода, вот так вот. То есть, а за сколько по времени, ну, хуй знает, за два захода забахал. И то же самое с Ведьмаком. То же самое с Ведьмаком. Ведьмака я посмотрел тоже за два захода, по-моему. Или за, даже за один вечер. Я просто сел. Не, Ведьмака, по-моему, я за один вечер посмотрел. Я сел и... Подожди, а Ведьмак, он вышел... Я тогда с Москвы приехал. В октябре, по-моему, да, в этом, в прошлом году. Я тогда приехал с Москвы. Бля, Олег, да. Нас спалили. Я его что посмотрел. Что это ты попросил меня написать, да, про сука, его мамку? Блядь. Теперь нас будут искать ПС. Да не найдут. Составьте ту сотку себе. Купите себе мыло и веревку. Давай, блядь, нахуй. Побегаем. В декабре, в декабре, да-да-да-да-да-да-да, в декабре, значит. Вот, я просто не помню, я болел, помню, два раза, а почему я его смотрел в декабре? Потому что, да, я в начале числа, 20 декабря я поехал в Москву, там была, как, было какое-то пати. И именно в этот день, когда я поехал в Москву, вышел Ведьмак. Я когда приехал с Москвы, я его посмотрел. Только я не помню. Короче, похую вообще. Какая разница, когда я его посмотрел? Просто суть в том, что Ведьмака я посмотрел за один заход, а Мандалорца с два захода, когда болел. Но когда смотрел Ведьмака, я не болел. Вот Ведьмак, это после Москвы, я помню, приехал и решил его посмотреть ночью, как раз таки. Да, я тогда день не стримил, и я где-то с 7 вечера... Блять, или я болел тоже. Короче, пошло оно все нахуй. Я не помню. Жизнь стримерская, сука, сложно вспомнить, когда я болел, потому что я болею весь год. Привет, Олег. Как дела? Добавь в друзья, если можешь. Ссылку кидать не буду. Напишу сама лучше, а то задушат, ха-ха. Надеюсь, помнишь меня. Да помню. Удачного, конечно, стрима тебе. Ловите, конечно, помню. Тебя не могли. Всем хорошего тебя... настроения. В смысле, тебя задушили. Привет, Олег, как дела? Добавь друзья. Ну, блин, я ссылку не помню. Я помню, что я тебе расписывался. Получается, это точно. Нам надо познакомиться. А вот ссылку поближе, я не помню, потому что она, ты же понимаешь, это когда было. То есть она осталась в истории донатов, но я не помню, это очень давно было. Ну как, неделю назад плюс-минус, там может быть дня 4-5. Вот, но это сложно. То есть ссылку не помню. Помню, что расписывался тебе. Спасибо огромное за 1000. Вот, и... ну, попробуем. Попробую найти, но я не обещаю, что получится. Это сложно сделать. Так, клип есть? Манда вышел 12 ноября. Какой нахуй интернешнл? Хватит бухать, крысу, сапой тебя уже плавит. Да не, меня не плавит, я просто болел два раза. Я болел два раза за последний год. Ну, именно так, чтоб болел. Я помню, что я смотрел этот сериал, да, когда болел. Посмотри на мешки, невнятные постоянные пиздеж. Бла-бла-бла, бла-бла-бла. Выпей эссентуки или рассольчик. С днем рождения. Не, я если... Ну, я вообще пью боржоми. Если бухаю... Пью боржоми после того, как, ну, выпиваю, скажем так. Боржоми очень хорошо помогает в этом случае. Но сегодня не тот случай, я не выпивал в ближайшее время. Вот, и спасибо за донат. Я просто помню, что я болел два раза за последний год. Именно так, чтобы у меня температура была и горло минусовалось. И вот в один из этих разов я смотрел «Мандалорца». А болел я после «Шанхая». В сентябре. И болел я еще где-то в ноябре или в декабре. Как-то так. Блять, а почему поги не могу? Я ударить не могу, ебаный рот. Привет, да ночу первый раз. Я просто ударить то, не могу из-за перделки. Типа ни с кем говорить не хочется, это называется желание спокойствия. Совершенно нормальное состояние, которого требует мозг человека время от времени. Кстати, знаешь ли ты этот трек?
Думал, он был достаточно популярен в свое время, а просмотров мало. Сейчас, подожди секунду. Дайте соберусь. А, тут без клипа. Спасибо огромное, Гоша Мур, за 1000 рубасов. Блять, надо было шиву, наверное, делать. И брать левый талант на Октарин, чтобы идти. Но я все равно, типа, на 25-м не буду брать левый талант на Варпас. Я возьму правый талант на Джор и куплю Октарин. И буду подставлять попку, чтобы у меня работала спинка. Блять. По-моему, попку придется подставить пораньше, чем я планировал. Кунка не смог зайти в Хоги. Блять, а у них весел есть как-то. Да иди нахуй со своими когами, блядь. Почему клака Shadow Blade? Почему у них у всех сильверы, блядь? Ку-ку, брат. Извини, что не донатил сегодня, и у тебя трусы были голые. Точка, расскажи, как ты с Алиной познакомился, и как ты объяснил ее бате, что она идет жить с тобой в другой город. Спасибо огромное за сатыгу. Какие трусы, шо, блядь? Я взял за шкирку и все, и говорю, сюда, ебать. Так и было. Спасибо за сатыгу. Бля, вампиризм возьму, похуй на весу. Бля, охуенный трек, кстати, играет. Блять, да иди нахуй со своими когами, ты заебал меня отталкивать. Я даже рядом к ним не подхожу, они меня отталкивают. Сюда подходим. Что ты ставишь? Да мне пофигу, давай еще ебалом ударись. Ты иди сюда. Блять, там два сильвера, там Клокер, по-моему, тоже сильвер делает. А что там по шмоткам? Во фразе «сюда ебать» ты к кому-то обращался или указывал на жепу? Шучу, как настроя лежат. Да порядок, у меня крыша едет. Меня что сегодня донатеры, блядь, со всех сторон тупо душат. Какие-то байки, какой-то пиздец происходит. Я после игры всем отвечу, еще раз перечитаю все, пацаны, потому что я не успеваю сейчас это сделать, это жесть какая-то. Меня еще и там враги, короче, там этот, там у Кунки Сильвер и Клокверк вроде бы с Шадоублейдом. То есть там тоже, там теоретически может быть два Сильвера. Там еще и, сука, это есть, Супер Урна. OneHead228. Спасибо, брат, за третий месяц подписки. С возвращением на трансляцию. Приятного просмотра, братишка. Крысу в чат, ребят. Поспамьте, у кого есть. Блин, может быть, еще и Шиву купить, слышишь? Правда, там у Инчи чистый урон будет. Там похуй, какой армор у тебя. Мне Сильвера вырубят спину, Инча задушит. В
Вот, кстати, Жиза, стрель. Очень часто такой настрой, что даже не хочется из комнаты весь день выходить и с кем-то общаться. Кстати, ты играл в Ведьмака или в Скайрим? Играл. Зашло? Сыграй на ком-нибудь интересном и необычном, если получится. И да, почему до сих пор поздравления с ДР не прочитал ВК? А? Потому что я много какие поздравления ВК не прочитал. Мне на мою днюху написало в этот ВКонтакт очень много людей в личку. И сам понимаешь, что прочитать каждого это невозможно. Я бы тогда до сих пор бы сидел, наверное, и читал. Поэтому я на стриме всем сразу говорю спасибо. И, ну, как бы, чтобы не обижались там все дела. Вот, спасибо за донат. Это ж логично, почему не прочитал. Потому что очень много людей написало, и, типа, всем прочитать, ответить невозможно, в принципе. Так. Христикс, спасибо за первый месяц подписки. И добро пожаловать на канал, братиш. Ребят, крысу в чат, это первый месяц, это совсем молодой, зеленый. Крысу в чатик и встретьте, встретьте. Блин, или Шиву сделать все-таки? Сделаю Шиву, а чё, раз живем. Я буду долбоебом Бристлдеком, у которого много армора, и нихуя больше, кроме армора, нету. О-о, you found me! Спасибо за подписку, спасибо за сатыгу. В чате говорят, что си... А, это следующий донат, да? Я понял, ладно. Я уже начинаю вообще тупить. Не понимаю. В чате ничего, говорят, да, что Сильвер не отрубает дебилы, пассивки, точка пиздит. Конечно. Деда не, да зеленого, не, они... вы гуляешь сегодня. Спасибо за донат, насчет Деда Зеленого не знаю, посмотрим. Насчет Сильвера они не пиздят, они просто не знают, что он вырубает пассивки и все, это глупые. Глупцы! Быстрее. Я недавно начал смотреть глупцы твои пишут стримы. Не понимаю, кто такой Байнанчик. БХС. Спасибо за донат, спроси в чате, там все, все объяснят. Вот. Поэтому нет, они не пиздят, они просто реально так думают. И это печально. Но тем лучше на самом деле, чем больше людей думает, что Сильвер не вырубает пассивки, тем больше людей не покупает Сильвер. Это значит, что играть приятнее на всяких фантомках и бристлбеках. Я, кстати, реально заметил, что в последнее время, когда я играю на фантомке, Сильвер вообще никто не покупает. Реально, походу, люди думают, что Сильвер не отрубает пассивку. Это ж охуенно. Не пацаны, Сильвер не отрубает пассивку. Сильвер теперь не собирайте. Что ты хочешь от меня? Что вы хотите от меня? Блять, да что происходит? Давайте мне еще въебите, да? Еще. Блин, меня все. Все нахерячили. Не спеши. Меня все нахерячили вообще, блин. Ну, тикера. Как верк почему-то у меня врывается постоянно. Что он хочет от меня? Пизда вам. Да иди нахуй, Салико. Олег, а да, ты все так и чуть-чуть, но плохой писюнчик. Три что, месяца блядь? Назад ты сказал написать насчет буста, а ты так и не ответил. Жду в ВК сообщение и распишись https://vk.com/mysterika. Спасибо за донат. Ну, ВКонтакте, кому по возможности, типа, отвечаю. Типа, ну, опять же, если бы я отвечал всем, то я бы не стримил, я бы занимался только тем, что отвечал бы ВКонтакте. Вот, поэтому я всегда говорю, что всем я никак не отвечу. Вот, но стараюсь. Спасибо за донат, оставил ссылку, разберемся. Спасибо. После стрима распишусь, там все дела. Центральные казармы противника разрушены.
Готов. Аза-за-за-за-за, Лина рассказала, как ты ее отпрашивал у ее мамы. Как у тебя ноги тряслись и голосок дрожал, точка альфа-самит с комнаты. Спасибо за донат, какую-то хуйню сказал. Еще раз с Дарьей Усатой, если не Ротфул, то с ДР тебя. Спасибо. А то хуй спасибо. Пойми, тебя каждый день поздравляют с ДР. Да, блять, стримов. Не гони. Наконец-то давно ты побрил свои усики, теперь такой сладкий мальчик. Давно хватит днюхи хитить не моего было. Братишку Бананчика. Над все равно БХС, без этого никак пор. Спасибо за донат, я вон вчера не стримил, целый день без днюхи провел, понимаешь? Поэтому спасибо, пацаны, за поздравления. Огромное спасибо. Спасибо, чатик. Спасибо, братья мои и сестры, за приятные слова. Здорово, братишка. Изи вувелит. Смотри, у тебя 2 года, сейчас пойдь пивко. Андрюха, не дают работать в карантине, решил подкинуть тебе баблишко первый раз. Работает на боевой Европе. Поменьше гачей, побольше за ЕБС музончика. Удачки, братан. Ого. Андрюха, а песня прилагается или нет? Сегодня. Понимаю. Бля, какие. Татиранте, бараранте. Сейчас будет что-то. Бля, какая. На тачку повелась. Ну, конечно, конечно, блядь. Балаланте. Спасибо, Андрюха, за 15 евро. Здорово, братишка, я живу в Литве. Смотрю тебя 2 года. Сейчас под пивко. Пока не дают работать в карантине, решил подкинуть тебе баблишко первый раз. У тебя, я так понял, на клавиатуре русской раскладки нету. Или как это работает? Работаю дальнобой в Европе. Дальнобой в Европе. Поменьше гачей, побольше заебись музончика. Удачки, братан. Спасибо огромное, Андрюха, за 15 евро. Ты там будь на карантине аккуратнее, потому что, ну, в России уже началось, в Европе там вообще пиздец с коронавирусом. Поэтому сиди дома, откисай, пей пивасик и отдыхай.